Опасное место. Ну, что тебе сказала Пифия? Меня ищут жрецы культа космоса, но я найду их раньше. Они собираются в тайном зале под храмом Аполлона. Так это правда? На что-то они годятся. Одурачили меня. На Кефалинии я убил первого адепта культа Элпинора. Его маска и плащ — мой пропуск на собрание. Значит, они под храмом Аполлона. Да, возле пещеры Геи. Я знаю это место. Найди его. Встретимся там. Значит, это их тайный зал. Я смотрю, они не скрываются, да? Что ж, мы пришли. Место собраний культа. У нас под носом. Я захожу. Постережешь мои вещи? Оружие лучше оставить здесь. Вряд ли им оно придется по нраву. Как я выгляжу? Зловеще. Хорошо. Когда все выяснишь, разыщи меня. И держи себя в руках. Не натвори дел сгоряча. Кто? Я? Кто придумал эти нелепые наряды? Поздно, так нельзя. Хорошо, что Деймос еще не пришла. Прости, я здесь впервые. Наши ряды пополнились. Что ж, здравствуй.
Здесь так много людей. Но цель у всех одна. Хорошо. Мы будем обсуждать наши последние достижения. Мы не встречались очень-очень давно. Откуда эти люди? Отсюда и из-за моря. Мы все единое целое. Здесь нет войны и нет сторон. Ты назвала имя. Деймос. Кто это? Ты очень быстро ее запомнишь. Это наш лидер. Она так считает. Но нет, она наше оружие. С ней не просто, но она делает важную работу. Я бы не стала ей завидовать. Поговорю с остальными. Спасибо. Да-да, пока мы ждем Деймос. Кто знает, сможешь ли ты говорить потом. Пока от нас хотят лишь крови, как бы ни потребовали руки. Давай, давай, теперь твой черед. Нужно сосредоточиться на том, что нам даст род Деймос. Какой род? Я имею в виду семью, мать, отца, брата. Они нужны нам, все они. Для дела. Конечно, Деймос не стоит об этом знать. Ты знаешь, как она вспыльчива. Она легко порвет нас на куски. Конечно, я никому не скажу. Правильно. Она не должна знать, что мы нашли ее мать. Что будет с матерью? Сделай милость, говори тише. Мы используем ее во благо, если сможем ею управлять. Вы нашли ее? Нет, но этот момент близится. Поверь мне, она следующая. Расскажи о Деймосе. Она показала нам все, что нужно. Она инструмент, орудие культа. Тому, кто так изменчив, нельзя доверять личные сведения. Мне пора. За наше дело. За него. Мне нужно больше сведений, чтобы выявить культистов. Ты не слушаешь. Ты не убедил меня. Эй, мы хотим услышать твое мнение. Зачем тратить силы на тщетные поиски? Лучше сплотиться и покорить Афины. Нужно устранить непосредственную угрозу. Мы должны убить Перикла. Без матери не выйдет. Без нее мы недостаточно сильны. Не говори этого при Деймосе. И нам сейчас нужно искать отца. Мы знаем, кто мать. Разыскивая отца, мы зря потратим силы. Что думаешь? Нам лучше найти отца или мать? Мать. Верно. Подумай хорошенько. Моргнуть не успеешь, как Перикл укрепит оборону, и мы упустим шанс. Прошу меня извинить. Еще как слушаю. Просто ты не прав. Сейчас нам нужно найти отца. Двух мнений быть не может. Культ должен решить.
Что еще вам от меня нужно? В чем дело? Твое лицо как маска Мельпомены. Мои родные живы пока. Я... Не трогайте их. Прошу вас. Все в твоих руках, но ты будешь слушаться, потому что знаешь, что им грозит. Прошу. Нет. Мы убьем их, твою жену, сына. Зачем тебе тогда жить? Незачем. Именно. Возьми себя в руки, Малака! Визжишь, как свинья на бойне. Я понял, клянусь. И я убью его. Отпусти. Любишь смотреть, да? Так сделай следующий шаг. Давай, преподай урок этому нахалу. Я... Ну, пусть знает, что бывает с трусами. Их поджаривают. Нет, он твой. Ха. Не умеешь ты веселиться. Ну, мне же лучше. А будешь морочить голову, получишь еще! Дашь маху еще раз, кровь выпущу! Теперь проваливай, а не то запачкаешь одежду ее кровью. Ты! Кто-то приходил к тебе домой и убил стражей. Как бы я хотел вмешаться, но если меня разоблачат, все это бессмысленно.
Это письма культистов. Боги! У них есть свои люди по всей Греции. Все куда серьезнее, чем казалось. Странно. Я что-то чувствую. Это пирамида, как тот кристалл, что был у Элпинора. Последний фрагмент. Теперь все готово. Стоит мне взглянуть на нее, я слышу песнь. Песня силы. Зовет ли она тебя так же, как меня? Да. Что ты делаешь? Ты выжил из ума? Я... Нет. Она же еще не пришла. Держи себя в руках и молчи. Прояви уважение. Элпинор мертв. Среди вас предатель. Артефакт укажет на него. Все пройдут проверку. Ты давай. Все. Иди. Ты. Кассандра? Кто ты? Иди. Ты сюда. Ah!
предатель мертв! Ты жив. В храме были люди. Их лиц я не видел. И... Геродот. Они управляют Грецией. Всей Грецией. Ясно. Дурные вести. И еще. У них есть она. Есть кто? Воин. Я не видел бойца сильнее и свирепее. Геродот, это моя сестра. Нам нужно в Афины. Афины? Мы должны найти маму. Мои вещи. Копье. Да-да. Копье! Они зовут мою сестру Деймос. С помощью артефакта она проникла в мою память. Алексиас. Тот, кому я служу, должен услышать твой рассказ, пока не поздно. Ты когда-нибудь слышал о Перикле? Это полководец, что возглавляет Делосский союз, противостоящий Спарте. Говорят, он жесток. Союз никому не противостоит. Перикл — человек мира. Ему навязали эту войну. Как и всем нам. Полководец не хочет войны? Это вряд ли. Перестань. Он хочет закончить войну. Как и мы. Он должен узнать, что против него готовится заговор. Нам нужно в Афины. Афины? Но как же моя семья? Моя мать? Ее надо найти. В твоих руках копье Леонида. Соответствуй. Если Перикл не положит конец войне, мы все погибнем. И твоя мать тоже. Что мне война? Проклятый культ уничтожает мою семью! Твой долг защищать Грецию. Наш долг. Предупреди Перикла. Но моя мать... Что же мне делать? Если где и можно узнать что-то о твоей матери, так это в Афинах. Правда? Подле Перикла собрались мудрейшие мужи Афин, а значит и всего света. В Афинах ты сможешь исполнить свой семейный долг. Вот только прежде нам нужно отправиться в Фермопилы, а точнее к статуе льва. Вот как? Зачем? Хочу кое-что выяснить. Это поможет нам покончить с культом и спасти твою мать. Я доверюсь тебе. Но нам нужно торопиться. Сперва в Фермопилы, затем в Афины. Я не успокоюсь, пока не сдохнет последний культист.
Культ на стороне Афин. Значит, Афины на стороне культа. Рабы будут покладистее, если вырезать правила у них на затылке. Чего стоит одна жизнь без тысячи других за ней? Народу власть ни к чему! Миром правят деньги! Космос хочет знать, какие тайны хранят сердца людей. Поэтому я вырезаю их. Без меня культ — ничто. Я внушаю страх даже богам. Склонись! Хаос — великая сила! Битва закончится, лишь когда останусь я один. Я провел 20 лет в море и понял, что культ — мой дом. Thank you.
Спасибо, Икар. Что можно сделать из таких ингредиентов? Фермопилы. Говорят, здесь нельзя пройти, не испачкав ступни в крови. Закрой глаза, и ты услышишь предсмертные крики отчаянных храбрецов, погибших в бою. В тот день их голоса замолкли, но легенды о спартанцах будут жить вечно. Мы здесь не ради бесед о мертвых. К чему ты клонишь, Геродот? Битва при Фермопилах еще в наших сердцах. Но только здесь можно ощутить всю горечь. Мертвым уже не помочь. Меня волнуют живые. Достань копье. Копье? Зачем? Мне нужно кое-что знать. Ah!
А? Геродот! Я цел. Легенды правдивы. Это копье Леонида, царя-героя. Ты знал, что так будет? Я не знал, но предполагал. Есть место, которое мне кажется мифом. Казалось. Необычная постройка на острове Андрос. Странные рисунки на камне. Не похожие ни на что. Ты хочешь отплыть на Андрос и показать их мне? В своих странствиях я слышал о древней цивилизации. О народе, что был до нас. Твое копье связано с тем местом. Копье признало тебя, Геродот. Я тебе верю. Ты понимаешь. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь тебе найти мать. Обещаю. Но сперва мы должны попасть на Андрос. Встретимся на корабле. Добро пожаловать на Адрестию, Геродот! Ты отправишься с нами? Мне нужно мать. Дела требуют моего внимания. Геродот помогает мне искать мать. Геродот просил помощи у богов. Сама судьба. Столкнула нас. Мы можем не понимать, что задумали боги, но должны следовать их замыслу.
Ты прав. У нас с Геродотом общие враги. Алкенор, да? Орчкен был членом культа космоса. Они используют Оракула, чтобы управлять Грецией. Самого Оракула? Невозможно! Аполлон не допустил бы! А теперь они ищут мою мать. Я должен найти ее первым. Они не пощадят тех. Клянусь Дернесом! Сначала Оракул убедили этот клуб! Я не знаю, как. Похоже, что моя сестра. Твоя сестра, отец. Как же сложна твоя жизнь. Ну, не говори. Но не волнуйся. Теперь у культа космоса три новых врага. И один из них дерется подобно Ресу. И мечет молнии подобно Зевсу. Мы обрушим на них гнев богов. Он всегда лучший. Всегда. За это и любим. Посейдон, неси нас в Афины! Сперва заглянем на Андрос. Кто же Андрос? Он плотник. Его брат у пиратов. Нам нужен плотник. Поможем ему. Кто ж нанесем им визит? А ну, навались, парни! Идем так, что на Цербер за пятки кусает. Раз уж мы собрались на войну, нужно заняться моим кораблем. О чем речь? Ну, старушка сейчас... не в лучшем состоянии. Нужно было сказать об этом раньше! Где во имя Посейдона мы найдем припасы? Отец говорил, море берет свое. Нужно поступать так же. Здесь немало пиратских кораблей. И на них наверняка найдется то, что нам пригодится. Так чего же мы ждем? Начнем охоту! Теперь у нас есть все, что нужно, чтобы... Настоящий морской туман. Готовьтесь стрелять! Скорей! Дайте пару! Капитан, нас хотят протаранить! Парус убрать! Мощники! Готовьтесь!
богам! Мы выжили! Навались! Вперед! Благородный зверь. Охоте на него позавидуют и боги. Давай, вперед! Эйла! Боги услышали. Дело важное. Могу я помочь? Хочу пить.
Обычно муж приносит мне вино, но я уже давно его не видела. Так что если ты принесешь мне кувшин... Я Мистий, а не слуга. Так твой муж исчез? О, судя по всему, да. Много же ты пьешь, раз не заметила пропажи своего мужа. Да, честно говоря, выпив, порой вообще ничего не замечаешь. Может, у твоего мужа есть враги? Кому-нибудь выгодна его пропажа? Кинжал. Они враги всех богачей. Местный главарь и его подручные из кинжала приходят, когда вздумается. Требуют денег и бьют всех, кто откажется платить. Найдешь его? Найдешь моего мужа? Я его разыщу. Спасибо. Ты больше ничего не хочешь узнать? Где мне стоит искать твоего мужа? Муж хотел возить товары по восточной дороге, чтобы не попасться патрулям кинжала. Каждый раз они забирают себе часть груза. Называют это налогом молока. Обычно он пережидает патрули на дороге к югу от пещеры. Ты упомянула кинжал. Что это? Ты, Мистий, и не знаешь? Это такой маленький клинок, ножик. Я решил, кинжал — это группа людей. О, да-да-да, кинжал. Обычные люди, жадные, с манией величия, обирающие бедных невинных рабовладельцев вроде меня. Мне все ясно. Отправлюсь за ним на восток. Спасибо, Мистий. Если пойду по дороге на восток, найду следы ее мужа. Элла! Давай!
А вот и повозки. Похоже, он хотел сбежать от солдат. Дело дрянь. За мной, друг мой. Давай поохотимся. Что произошло? Стражи, хапуги проклятые, требовали платы, вечные поборы. Хозяина увели в крепость Дистас. Зря он им не заплатил. Надо было заплатить. Лучше отправлюсь в крепость. Ну, давай. Здравствуй. Да. Я этим займ... Давай. Крепость Дистас. Большая. Где-то здесь должен быть пропавший муж. Это крепость Дистас. Большая. Где-то здесь должен быть пропавший муж.
Давай. Давай, давай, давай. Если заметят, мне не здесь нечего делать, ведь я не раб. С этого я тебя не знаю, но спасибо тебе. Что бы ни случилось, иди, я тебя прикрою. За мной. Здесь есть тайный проход. Меня тут запирают чуть ли не дважды в месяц. Ты спас меня. Удивлен? Просто ты больше похож на убийцу, чем на героя. Меня прислала твоя жена. Она волновалась. Обо мне? Ну, она пила. Так вы знакомы. Чем я могу тебе помочь? Расскажи мне все, что тебе известно о кинжале. Они жаждут власти. Безумно алчны. Это пираты, но организованные. У них есть деньги и связи. Ими управляет кто-то, кроме Зимородка. Ничего, я умею бороться с тайными организациями. Она вроде милая. Она любит роскошь. Живет в достатке. А кинжал все берет и берет. Что будет, когда у меня кончатся деньги? Она меня любит, но не хочу проверять силу этой любви. Ты заслужил награду. Я припрятал деньги на черный день в пещере за водопадом, недалеко отсюда. Иди от моей повозки на север. Возьми сколько нужно, только оставь немного нам с женой. Нужно забрать мою награду из тайника в пещере Катарактис. Народу, живо!
Будь осторожней. Нужно выйти на дорогу. На! На! Эйла! Давай! Тише, тише! Говорю же, целую кучу драхм заработать можно. Ugh.
До новых встреч. Здравствуй. Скажи, если что-то понадобится. Thank you.